Всем привет! Начинаем очередное путешествие по городу Хельсинки. Это наш северный сосед нашего Петербурга. И вот есть вот такой памятник, называется «Три кузнеца». Это памятник работы Феликса Нуланда, вот, который был открыт в 1932 году на пожертвование бизнесмена Джулиуса Талберга. Интересный памятник, как бы это место встречи. Я думаю, не только финнов, но и русских, да, и всех туристов, которые здесь в Хельсинки тралят, как говорится, в магазины и просто ходят, смотрят. Существует такая легенда, что одна колдунья сказала, что выдаст свою прекрасную дочь за того кузнеца, который выкует счастье. И вот вызвались три кузнеца, которые начали ковать счастье. Вот они очень долго куют, и как-то у них ничего не получается. Такая вот одна легенда, а вторая легенда говорит о том, что кузнецы опустят свой молот в тот момент, когда мимо пройдет девушка неземной красоты. Но что-то как-то вот такие девушки не проходят, поэтому они стоят, куют, и сколько там будет кувать это счастье, никто не знает. Такая вот история.